Добрый день. Значит, хочу представить свой мотоцикл, свою игрушку Kawasaki Ninja 650 2012 года. Пришла со штатов США. Значит, обошлась она здесь с растаможкой $7000. Модель 2012 года. Вот мы поставили ее на учетик уже. Все, резина. Состояние хорошее. Там мы наклеили уже. Значит, световозвращающую ленточку. Также сюда остатки приклеил я, чтобы интереснее чуть-чуть было. Лобовое стекло сейчас на тонировке отдали. Значит, ну, что еще? Установил ксенон и в дальний, и в ближний свет, если видно. Блоки установил на, значит, ультра, только лишь ультраслим. Тонкие блоки нужно брать. Я поставил ксенон Шоми 6000, две лампы H7. Времени не было, конечно, снимать это все, на скорую все делал. Значит, ну, чтобы фары снимать не нужно, чтобы добраться до фар, все очень просто. Значит, откручивается вот этот винтик, этот, если видно, вот этот, аналогично с той стороны. Снимаются две заклепки, вот эти я снимал. Крепление кронштейны лобового не нужно трогать. И вот эти два винта. И все. Все снимается. Потом на двух болтах держится дисплей спидометра. Его тоже беспроблемно снять. Там ничего сложного нету. Вот. И очень много места остается. Блоки на двусторонний скотч 3М. Провода на затяжечке, все поскручивал в левую сторону. Значит, купил наклейку сюда. Ну, я думаю, можно даже чуть-чуть больше, 20-сантиметровую взять, потому что короткие, мой совет, не берите. Почему? На бак, потому что, ну, когда вы ложитесь полностью, чем больше наклейка, тем меньше вероятность поцарапать бак. А так, тем более я рослый, у меня 1,83 м. Так что я до сюда вполне достаю. Заказал наклейку, скоро придет еще вот сюда. Стоит $10 на крышку бака. Значит, ну, первое, допустим, если вы соберетесь брать этот мотоцикл, или не этот, другой, какой-либо, первое, на что вы должны обратить внимание, естественно, на внешний вид. Это самое главное. Это раз. Второе. На вот эти вот противовесы, значит, ну, грузики руля именуемые. Они должны быть без царапин вот здесь. Не меняные. Вы это увидите по болту. Трогался он, не трогался. Вот этот болтик, который держит их. Так же самое аналогично с другой стороны. Посмотрели. Все, внутри болтик, винтик этот не трогался, не откручивался. Значит, мотоцикл более-менее может быть на ходу, он не падал. Естественно, и так же самое и по крышке двигателя и слева, и справа, и также по облицовке. Ну, как бы здесь все у меня родное было, все отлично. Спасибо американцам хоть за это. Вот такое. Что еще? Обратить внимание, обязательно должны вы на выработку тормозных дисков. Вот по краю не должно быть кромки. Это модель 2012 года у меня с пробегом 3000 километров. Там было 2000 миль, 2 с чем-то, 2100. Вот. Значит, и на колодке. Совершенно просто их определить. Снизу заглянули, если будет видно, там эти колодки. Сзади так же самое. Цепь проверить.
на мотоцикле не составляет труда. Она, как правило, на спортах на виду. Значит, зазор, то есть погрешность от, значит, от центрального положения цепи должна быть не более 3 сантиметров. То есть вниз где-то 1,5, вверх 1,5. Общее расстояние не должно превышать 3-4 сантиметров. И также вы должны проверить, значит, берете от звездочки цепочку, оттягиваете назад. Если она не оттягивается, значит, она не растянута. То есть все хорошо у вас с данным мотоциклом. Вот. Ну теперь самое главное, интересно, значит, если ваш мотоцикл из Америки, то у него будет по-любому спидометр и одометр в милях. Я уже перевел в километры. Объясню, как на Kawasaki это сделать. Просто-напросто берете эти две кнопки регулировки компьютера, зажимаете и появляется, не помню уже, как я делал. Так, так, сейчас обнулим. Вот, ну, значит, с помощью вот этих двух кнопочек одновременно жмете, и на дисплее высвечиваться должно, когда он в милях, высвечивается литр на 100 или United Kingdom мили, и вы выбираете, что вам нужно с помощью дальнего света, вот, ну, переключателя ближнего дальнего света, и все. Значит, эти Kawasaki для каждого рынка, они идут со своими индексами, то есть ER это европейц, ну, идет для продаж в Европе, там в разных странах Европы, Азии, он идет с индексом ER6, но американец, вот этот, допустим, он уже идет EX650EC, то есть у них вот такая вот аббревиатура. Не знаю, для чего это сделано, но вот так вот. Ну, заводиться эти 650-ники должны без всяких проблем, без тугих стартов, без ничего. То есть нажали вот кнопочку. Сразу завелся. Вот такие вот пироги. Ну, поставил светодиоды в габариты. И подсветка номера теперь у нас тоже светодиодная. Такие вот пироги. Ну, вот так вот светит ксенон. Значит, если будете смотреть этот мотоцикл, то есть с выхлопом, конечно, да, звук у него на холостых очень не, ну, как сказать, не спортивный, будем так говорить. Но зато, когда вы его завели, потом дали газа, ну, аппарат начинает совершенно по-другому себя вести, и звук более-менее спортивный. Едет, конечно, очень хорошо. Я пересел с Явы, будем так говорить, на данные транспортные средства. Привыкаешь очень слишком быстро к нему.
Вот, значит, сначала вы обязательно должны помыть цепки росинчиком. Это обязательно. Потом купить вот такую штучку, которая называется смазка цепи Матюль. Поменял масло, фильтр стоит, значит, в среднем 9 долларов, 9-8 долларов. Он универсальный по ману MW64. Он подходит ко многим мотоциклам. К этому подошел без проблем. Масло, значит, 2,7 литра. Масло Матюль 71-00, 10W40 для них должно быть. Не 5W40, не 10W30, а 10W40. Я скачал книгу по-английски, правда, но уже все стало ясно. Поменяли масло и забыли. Ну, после зимы желательно менять масло, потому что, значит, данные аппараты, они стоят, масло, значит, оно за зиму по-любому где-то может дать окисел. То есть желательно все время менять, даже если вот я сейчас поменял, конец сезона, я сейчас поменял, я проехал на нем буквально, ну, может быть, километров 100-200. После зимы я... Замена масла, значит, в данных аппаратах в Ниндзях 650, либо ER6, одно и то же, значит, один и тот же двигатель. Значит, первое, что вы должны сделать, вы должны снять, сейчас я подсвечу, взять, снять вот эту клипсу первую, две клипсы внизу, если видно там, не видно, вот, и вот эти две части, одна и вторая, они расходятся. Вставили электродик какой-нибудь сюда, то есть расперли их. И у вас есть место для того, чтобы открутить масляный фильтр, который находится вон там. Если видно, вон он черненький валяется. Все. И вы открутили масляный фильтр. Слить масло вот этим болтиком на 17. Вот он под лапочкой стоит. Вы увидите. Все, слили масло, залили новое. В этом окошке увидели там уровень и все. Ну, сейчас он на склоне стоит, на подножке. Его плохо заметно, и вот сюда оно заливается. Вот этот винтик — это регулировка холостых оборотов, то есть если он у вас там, ну, я себе сделал 1000 оборотов, мне как бы достаточно. Также регулировка амортизатора имеется. Ну, а так, в принципе, все. Аппаратом я очень доволен, едет очень хорошо. Шестиступка коробка, значит, ну, просто, мне кажется, больше ничего не нужно. Ни литр 200, ни там сколько там еще мощнее есть, я не знаю. Ну, мне хватает. Спасибо за внимание. Извините, если что не так.